Всем привет! С вами Старкиллер, и сегодня, если видите мои руки, это значит обзор набора Лего. Окей. Вы, наверное, поняли. Да-да-да, Лего захватило мой канал. Лего. Блин, как у этого ютубера такая называется, когда он уже там что-то начинает говорить. Лего. Забыл, короче, но все равно. У нас сегодня обзор на набор... Лего Мстители. Эра Альтрона. Кто смотрел фильм, ставьте лайк. Перейдем к мини-фигуркам. Первый это Железный Человек. Так. И вот такая маска, которая всегда кладется в пакет отдельный, да. В первое лицо, второе лицо. Пред на торсе. Предаторся сзади, все другое. Хопа. Так. Теперь у нас Альтрон. Вот это самый лучший Альтрон. Вот это просто на первом месте мини-фигурка Лего. Просто, подпишитесь на мой канал, если вам эта фигурка нравится. Вот мне просто очень нравится. Понимаете, смотрите, какое оно прикольное. Вы поняли. Дальше нас идет Алая Ведьма. По-моему, я не сказала, как этого зовут. Это Альтрон. А это создатель. Зеленый человек, создатель Альтрона. Это Алая Ведьма. У нее второе лицо есть вот такое. Вот такое лицо второе. И она тихо управляет Халком. Второе. Четвертая мини-фигурка. Это Хак. Посмотрите, зеленое говно, оно просто ничто по сравнению с этим. Посмотрите, вы понимаете, это по фильму, по-взрослому так, понимаете? Собирается он как обычный Халк, как все Халки обычные. И это второй Халк, которые делали Лего. Перейдем. Нет, не Халка. Перейдем, к удерживанию Халка. Мы ставим сюда Халка. Его так Железный Человек там запер на минутку, чтобы самое крутое пришло. Запер там на минутку. А Алая Ведьма. Накрепим ее вот сюда. Как мне так крепить? Невозможно. Невозможно так закрепить. Наконец-то. Вот она так летит, управляет Халком, и он вот так убирается и выходит на свободу биться с изюминкой этого набора. И у меня опять, конечно же, эта фигня оторвалась. Оторвалась эта фигня. Почему? Ляпы не важны, подать видео, но пусть они будут. И для этого изюминки нам понадобится только Железный Человек. Приходим к изюминке этого набора. Это Халкбастер! Поставьте, пожалуйста, лайк на это видео. Посмотрите, какой детализированный. Это первый Халкбастер. Даже того Халкбастера из Лего Марвел Супер Хироус не делали. Просто изюминка этого набора. Просто мне нравится этот Халкбастер. Посмотрите, прям так дерете. И вы думаете, что он дерется без Железного Человека. Он дерется с ним на самом деле. Потому что, он с Чарвизом. Чарвизом, по-моему, это его программу так зовут. Программу. Хотя, по-моему, там другая программа еще. Чарвиза взломал Альтрон там. Взломал его Альтрон в фильме. И Чарвиз, просто так сдох, сказать. Потом у него появился не Чарвиз, а у него появился кое-кто женского пола. Я только не забыл, как ее зовут.
Ну, короче, вот мы здесь подходим. Ну, по-моему, только был момент в фильме. Вот так, такой же Хаук, сдавайся, типа. Так, типа, Хаук, сдавайся. Ну, вот, если вот вы увидели, вот, то, вот, если вы были преступником, вы такие идете по Нью-Йорку так и видите такого Халкбастера, и только говорит, сдавайтесь, это конец. А он такой, да я только начал. Кстати, угадайте, из какого трейлера Марвела эта фраза? Ну вот вы поняли, вот такая детализация. И еще у него вот тут сзади есть вот такие штуки. Вот, блин, ну детализация просто. Ну вот, Лего, я вас обожаю просто. С вами был Старкиллер. Ставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.